Всем добрый вечер. Скорее всего, это будет мастер-класс, как сделать голову из соленого теста, бумаги, ниток, немного клея ПВА. Вот такую голову я сделала. Это будет будущий Дедушка Мороз. Вот такой старец получился у меня. Налепила я не полностью, так как не вижу в этом смысла. Главное, чтобы было лицо. Голова как таковая есть из бумаги. И лицо получается из соленого теста. Так, сейчас я вам покажу. Буду делать голову для Снегурочки. Это еще сыромятина. Он будет сушиться у меня. Я тут уже сделала, как бы, ну, потом вспомнила, что нужно показать. Вот обычная бумага. Берем обычную бумагу, сминаем ее вот в такой вот клубочек. Берем бумагу, у меня это вот такой вот носовой платочек был. Сворачиваем, вот он, вот такой носовой платочек. Вот так берем, для такого маленького шарика, вот в два раза он у меня сложен. Накрываю его, этот комочек. И вот получается голова и шея. Берем ниточки, нитки любые. Не обязательно белые. Так, один кончик держим, вот ниточки, а другой начинаем заворачивать хорошенечко. Вот оно, вот шейка получается. Раз ее сделали как надо, округлили, еще раз подмотали. В общем, формируем. Формируем шейку. Голову тоже обматываем нитками. Ничего страшного, если она как-то какая-то неказистая получается. Ничего страшного в этом нету. Все делается легко и просто. Наматываем, где наматывается. Где не наматывается, ну и не надо. Главное, вот оно сформировалось. Вот такая штукенция неказистая. Наматываю вот здесь еще чуток и отрезаю. Вот она. Все. Доматываю. Беру у меня здесь разведенный клей ПВА с водой. И смазываю все это, промакиваю. Вот так вот, вот хорошенечко. У меня вот такая кисточка есть. Веером. Очень удобная штука. Синтетика. Заказывала в Лабиринте, там вообще за копейки. Но я ее набором заказывала, видите, тут еще вот такая есть, железная. Очень удобно ей тоже работать. Это я сыну выписала, мы с ним пополам. Он на ИЗО ходит с этими кисточками, а я вот так вот занимаюсь. Конечно, когда у меня есть время. Промокнули хорошенько. Вот у меня есть соленое тесто здесь. Кстати, я купила крахмал, и если оно прям такое жидкое, вот я вам покажу, у меня замес теста, да, вот оно, и если брать его в руки, оно прям такое жидкое, оно поплывет, прям поплывет у вас в руках, и что делать? А вот что, крахмал спасет, я в крахмаль так руки обделываю хорошенько, делаю такое углубление, добавляю масло, перемешиваю хорошо, опять в крахмал, перемешиваю, переминаю все хорошо, замес этот, опять маленько маслица, и потом уже по мере необходимости обмакиваю пальцы, и вот такой вот комочек получается у меня. Тесто очень сложно делать, тесто плывет, ну ничего, тем не менее у меня вот получается. Лишнее я убираю, мне здесь не надо. Если мне надо будет, я потом сама по себе наращу из ваты.
Где не хватает, добавляю. Мне кажется, вот здесь не хватает. Вот, получилась такая заготовочка. Сыромятинка. Подбородка нету. Беру кусочек и делаю подбородок. Прям ничего страшного, надо, можно наращивать. Беру немного клея с водой. Так смазываю. И формирую подбородочек. Получается, что у Снегурочки явно выраженный подбородок. Берем кисточку, вот такая вот кисточка, плоская. Хорошенько смачиваем и обтираем ее, и начинаем вот так делать. То есть маленечко смазали, разносим тесто. Не похоже, да, на Снегурочку пока что? Вообще никак. Теперь делаем глазки Снегурочки. Вот так. Вот. Видите, как получилось. Далее формируем носик. Берем. Это вот у меня обычная кисточка, и у нее кончик такой скругленный. Вот с этого места. Так. И сюда. В общем, фантазируем и лепим. С этой стороны берем, с одной стороны вот так вот раз подкручиваем, и с другой стороны подкручиваем. Вот так сделали. Теперь делаем вот такой вот надрезик, как бы углубление. Вот. Ноздри сделаны. Не думайте, что не получается. Получается у вас. Немножечко терпения. Не получается, вот прям совсем думайте, что не получается. Возьмите, сомните и переделайте. На второй, на третий раз обязательно получится. Немного смочу вот этот разрез губ. Так. И начну формировать губки. К низу вот так. И кверху формирую.
общем, вот такая вот снегурочка получится. Такое листико получилось. Все, оставляем сохнуть. В общем, вот такое вот лицо у меня получилось. Это будет мороз, это будет снегурочка. Вот. Янка говорит, сын говорит, это вообще реально дед какой-то. Ну так я и пыталась сделать дедушку. А это, он говорит, как будто ребенок. Ну это будет снегурочка. Я и пыталась сделать юное лицо. Если даже вот так вот в бок как-то смотрит, или здесь как-то выступ какой-то, да, неровный, ничего страшного. Вот смотрите, какой он неровный. То есть он у меня вот так вот, туда. Ничего страшного, все это исправимо, абсолютно. Все мы не идеальны. Это был мастер-класс от неопытного человека. Всем удачи, успехов, всем хорошего настроения, мира и добра. И всем пока-пока. До завтра. Пока.